данном видеообзоре мы рассмотрим гарнитуру Canon модели KM860. Модель прекрасно подходит как для использования в домашних условиях, так и для работы диджеев. Мягкая отделка амбушюр, полностью охватывающих уши, не только обеспечивает комфортное ношение, но и улучшает звучание, смягчает басы и улучшает резонансные характеристики. При этом за счет конструкции амбушюр звукоизоляция от внешних шумов достаточно хорошая. Отличная совместимость практически с любыми видами аудиотехники. Корпус оголовья выполнен из пластика бежевого цвета с металлическим хромированным подвесом излучателей. Корпус излучателей выполнен из черного пластика с глянцевым покрытием и вставками серого цвета. Отделка амбушюра выполнена из мягкой кожи с поролоновым наполнителем. Крепление шнура двустороннее. Микрофон съемной конструкции. Также имеется регулятор громкости на шнуре. Существует три вида расцветки данных наушников. Белый, черный и розовый. Диаметр динамиков составляет 40 мм. Максимальная мощность 100 мВт. Диапазон воспроизводимых частот динамиков составляет от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность 102 дБ. Номинальное сопротивление 32 Ома. Чувствительность микрофона составляет минус 42 дБ. А диапазон частот от 100 Гц до 16 кГц. Направленность микрофона всенаправленный. А полное сопротивление составляет 2,2 кОм. Тип микрофона пьезоэлектрический. Длина шнура составляет около 1 метра 80 сантиметров. Тип подключения мини-джек диаметром 3,5 мм. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.